продолжаем следить за изменениями, которые происходят в закрытой альфе MMORPG New World. И да, вероятнее всего, это видео можно было выпустить пораньше, но я решил подождать, пока слухи обрастут подробностями. И хоть слухов по-прежнему хватает, но подробности, на мой взгляд, все-таки превалируют. Не совсем я там согласен, в общем, об этом сегодня и поговорим. Меня зовут Мадлер, это портал GoHaru, и мы начинаем. Но перед тем, как мы приступим к главному блюду, предлагаю ответить на ряд дежурных вопросов по игре, которые неизбежно возникают в комментариях под каждым роликом. Итак, приобрести New World можно как в Steam, так и на официальном сайте. Выбираете вариант, который вас устроит с точки зрения количества кровно заработанных. Вероятнее всего, Steam будет получше. И да, покупка игры, где бы то ни было, не гарантирует вам доступа в закрытую альфу. Иными словами, поиграть прямо сейчас не получится. Но если все-таки желание есть, не забудьте подать заявку на офсайте, после чего ждать, надеяться и верить. Покупка доступа в закрытую альфу на сторонних ресурсах, а такое тоже бывает, происходит на ваш страх и риск. Во-первых, это, как правило, очень дорого. А во-вторых, никто не гарантирует вам, что, купив ключ сегодня, уже завтра вы не нарветесь на вайп, после которого, весьма вероятно, ваш доступ в закрытую альфу превратится в тыкву. Помимо этого, недавно разработчики делали рассылку по поводу участившихся случаев мошенничества. Злоумышленники под видом компании Amazon связываются с пользователями, предлагая доступ в альфу и чуть ли не деньги за создание контента по игре. Причем выглядеть это может вполне презентабельно, с правильными логотипами и шрифтами, однако ни в коем случае не надо переходить по предложенным ссылкам и уж тем более скачивать какой-либо софт. В общем, уверен, вы не глупенькие, сами все прекрасно понимаете, но предупредить все же стоило. Будьте бдительны, на просторах Этернума появились мошенники. Что же касается самой игры, то ждать ее стоит ближе к лету 2021 года, то есть в этом году, где-нибудь в районе числа 25 мая. Но это, как говорится, не точно. Что ж, давайте непосредственно к изменениям в игре. И начнем мы с оружия. Последнее время разработчики сильно активизировались в этом плане. Не так давно нам стало доступно копье, потом завезли двуручный топор с новым башенным щитом. И вот, встречайте, следующая смертоносная новинка — рапира. Как ни сложно догадаться, это оружие ближнего боя, завязанное на быстрых колющих атаках и прокачке параметра ловкости вашего персонажа. Традиционно у нас тут две ветки умений. The Blood, которая сосредоточена на настакивании статусного эффекта кровотечения при нанесении урона. После чего эти самые стаки можно будет взорвать умениями Flourish и Finish. Урон обещает быть просто огроменным. Ну и вторая ветка The Grace, которая весьма логично крутится вокруг всяческих уклонений, контратак, критического урона, в общем, позволяет вам дартаньянить по полной. Помимо этого, у рапиры присутствует каких-то два специальных оружейных перка, но по поводу этого пока какой-то внятной информации мне найти не удалось. Разумеется, не обошлось и без квеста на получение легендарной рапиры на 60 уровне развития персонажа. Для этого будет необходимо поговорить с персонажем Рейнджер Хират в Mountain Rise Outpost Shattered Mountain, собрать все необходимые для создания ингредиенты и доставить их персонажу Рейнджер Мадаки в Mountain Home. Если мне не изменяет память, рапира — это еще одно оружие, которое было в игре на ранней стадии развития, то есть когда это было еще не MMORPG, а сэндбокс-выживалка. Так что, по сути, ничего нового разработчики не добавляют, они просто возвращают в игру то, что изъяли из нее для доработки. Ну и если так дальше пойдет, то, вероятнее всего, мы увидим какой-нибудь пистолет и, может быть, даже магическую перчатку. Новая локация. И сразу оговорюсь, в игре на данном этапе ее нет, однако разработчики поделились несколькими весьма красноречивыми скриншотами с пиратским кораблем, пристанью и импровизированным маяком, из чего можно сделать вывод, что перед нами локация Queensport, которую можно было наблюдать в самом первом трейлере игры. Из названия становится понятно, что порт принадлежит какой-то королеве, и тут не может быть двух мнений, речь идет о королеве Изабелле, которая, вероятнее всего, будет выступать в роли рейд-босса для этой локации. Похоже, у нас на кону еще одна высокоуровневая локация на западной оконечности острова с открытым данжем и рейд-боссом. Вся эта информация косвенно подтверждается датамайнерами, которые раскопали в файлах игры название Queensport, данж, древние руины. Более того, на летнем превью-ивенте некоторым умельцам удалось таки попасть и на эту территорию. Получается, она давненько уже находится в разработке, а значит, в скором времени должна появиться в закрытой альфе. По сути же, Queensport представляет из себя этакую пиратскую бухту с разрушенными полузатопленными кораблями и маяками, которые по лору игры должны притягивать на остров
ну, новых поселенцев, скажем так. Множество изменений произошло в боевой системе. Так, например, система элитных противников, о которой я рассказывал в одном из предыдущих выпусков, будет распространяться на мобов, начиная с 15 уровня. Таким образом, теперь даже на лоу-левелах можно будет встретить вражеских чемпионов и элитных бойцов. Напоминаю, это мобы, обладающие специальными навыками от 1 до 3, которые меняют их атаки и характеристики. У некоторых мобов была скорректирована работа ИИ, а также разделены легкие и тяжелые атаки. Тяжелые атаки при этом обладают грит-эффектом, более долгой анимацией и могут прерывать атаки противника, нанося значительный урон. Однако, чтобы жизнь не казалась медом, добавили в этот список и кулдаун, как у игроков. То есть спамить тяжелыми атаками мобы не смогут. Помимо этого, теперь у мобов броня и урон привязаны к разнице с уровнем игрока. Чем выше уровень моба по сравнению с игроком, тем больше у него брони и урона. Бонус к броне растет, начиная с разницы в 3 уровня, а к урону, начиная с разницы в 5 уровней. Вплоть до того, что противники с разницей свыше 6 уровней будут моментально убивать игроков, а не лишать их сознания. Да, похоже, разработчики не прекращают усложнять жизнь игрокам, любящим гринд животворящие. И мне это все больше и больше нравится. Никогда не любил тупой гринд, но уж если им и заниматься, то только вот в таких вот условиях, с риском для жизни. А вот следующее изменение не кажется мне таким уж удачным. Дело в том, что в игре убрали 3-й комплект оружия. Теперь персонажи могут носить только 2. При этом 2-й комплект, как и было ранее, будет открываться на 5-м уровне. И сообщается нам об этом как о чем-то само собой разумеющемся. Серьезно, одной строчкой. Есть мнение, что это якобы делается в рамках борьбы с пресловутым блинком посоха жизни, который был просто обязателен к ношению 3-м оружием. Разумеется, это несусветный бред. Проблемы с блинком посоха жизни фиксятся нерфом этого самого посоха, что, в общем-то, и произошло, а не выпиливанием из ротации 3-го комплекта оружия. Мне сложно сказать, чем на данном этапе руководствуются разработчики, но, как по мне, это серьезно ударяет по и без того не слишком разнообразной боевке. Да, с вводом независимого кулдауна умений она явно стала бодрее, однако теперь у нас вместо 9 возможных умений в ротации 6. Ну и вообще, если быть откровенным, вот это вот наличие 3 комплектов вооружения и возможности переключаться между ними, я считал своеобразной фишкой New World, поскольку в подавляющем большинстве MMORPG их, этих самых комплектов, в лучшем случае 2. Хотя, с другой стороны, вряд ли разработчики хотят сделать своей игре хуже, и наверняка они руководствовались чем-то здравым. Пишите свое мнение в комментариях, и не забываем, это просто альфа-тест. Также теперь игроки смогут передвигаться во время анимаций дальнобойных атак, а отмены самих анимаций были переработаны, чтобы они представляли не меньше свободы действий, чем атаки ближнего боя. Было обновлено прерывание грит-атак и откорректирована система регистрации попаданий. Что же касается оружия, то на этот раз убрали грит в начале анимации тяжелой атаки двуручного молота, порезали анимацию Rain of Arrows у лука, а также сократили анимацию легких атак у посохов в игре. Появилось какое-никакое визуальное разнообразие в поселениях. Теперь каждое поселение обладает уникальным внешним видом построек. Крафтовые станки будут меняться внешне в зависимости от их тира. Вдохнули больше жизни в непись, которая раздает квесты посредством изменений в диалогах. Сами квесты на большинстве территорий тоже претерпели существенные изменения, чтобы сделать систему развития более плавной. Кроме того, похоже, можно смело утверждать, что разработчики идут по пути увеличения разнообразия квестовой составляющей. Все мы наверняка помним не самые увлекательные квесты, завязанные на сбор лута. Так вот, их на данном этапе заменили на квесты с новыми интерактивными предметами. Была переработана система получаемого опыта в группе. Теперь для получения опыта и лута необходимо будет придерживаться некоторых условий. Например, вся группа должна будет нанести мобу не менее 15% урона. При этом членам группы необходимо быть активными в течение последних 2 минут и находиться в определенном радиусе от убитого моба. Причем, насколько я понял, радиус этот будет значительно больше радиуса атаки. Иными словами, все будет зависеть от того оружия, каким вы пользуетесь. Также, если ранее все члены группы получали 100% опыта, то теперь количество опыта будет зависеть от количества игроков в группе и от количества групп, которые участвовали в убийстве. Что, в общем-то, логично, поскольку фармить мобов в группе проще. Ну и давайте будем откровенны, многие эту возможность обузили. То есть брали кап-левел таким образом, обзаводились лучшей экипировкой, фармили валюту, азот. Так что вот эти самые изменения, на мой взгляд, это то, что доктор прописал. Также, похоже, на кону большое обновление, которое должно будет затронуть награды, получаемые игроками во
о фракциях, владеющих территориями. В преддверии этого события были скорректированы некоторые значения для членов гильдии, владеющих территориями. Снижена скидка на налог до 30%, снижена скидка на цены домов до 20% и снижен бонус сбора ресурсов до 10%. Ну и напоследок давайте пройдемся по изменениям в системе крафта, которая обзавелась кучей новшеств, дополнительным функционалом, обновленным интерфейсом и вообще стремится к тому, чтобы стать более полезной в хай-энде. В игре появилась возможность создавать уникальные именные предметы в большинстве присутствующих профессий. Это предметы со 2 по 5 тир, которые призваны сделать крафт более полезным в эндгейме. При этом, разумеется, была добавлена целая куча редких ресурсов для создания вышеупомянутых предметов. И вообще, теперь вместо какого-то одного фиксированного ингредиента при создании появилась возможность использовать разные, разного тира на выбор. Помимо этого, теперь игроки могут добавлять различное количество азота при изготовлении предметов. Чем больше вложено азота, тем больше бонусов и шансов получить эти бонусы будет в итоге. Все мирные профессии теперь имеют максимальный уровень 200, а в игру было добавлено более сотни новых уникальных оружий и 50 уникальных доспехов. Эти предметы обладают уникальными именами, характеристиками и своей историей. Произошли изменения с прочкой. При падении прочности предмета до нуля теперь будет страдать эффективность, однако сам предмет по-прежнему можно будет использовать. По этому случаю в игре появились ремонтные наборы 4 тиров. Каждый такой набор, как несложно догадаться, будет способен починить поломанный предмет соответствующего тира. Коснулись изменения и еды, представленной в игре. Теперь еда делится на два типа. Buff Food – усиливающее блюдо, и Recovery Food – восстанавливающее блюдо. Восстанавливающей едой можно будет быстро восстановить здоровье вне боя или постепенно в бою. Усиливающей – получить определенный положительный эффект и медленную регенерацию здоровья в бою. При этом положительные эффекты от еды теперь не сбрасываются в случае смерти персонажа. А еще, насколько я понял, заморачиваться с поиском ингредиентов придется теперь именно в открытом мире, поскольку в сундуках с сокровищами мы внезапно будем теперь находить предметы, которые невозможно найти в открытом мире. Иными словами, больше никакой картошки с морковкой в сундуках с сокровищами. Вот такие изменения. Обязательно пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. В том ли направлении, по вашему мнению, развивается игра? У меня, повторюсь, есть вопросы по поводу убирания из ротации 3-го комплекта оружия. В остальном же наблюдаю исключительно положительные тенденции. Не забываем также поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гохару, еще увидимся.